что две точки А и H' симметричны относительно точки О, если О – это середина отрезка АH'. Докажите, что если А симметрично точке А', а Б симметрично точке Б', то отрезок АВ и отрезок Б'А' одинаковой длины и направлены в одну и ту же сторону. Итак, длины равны, и при этом отрезок АВ параллелен отрезку А'Б'. И очень важно, смотрите, направлены так, что АВ в одну сторону, а отрезок, B'А' в ту же самую, что АВ. Соответственно, А'Б' противоположно направлен соответственно АВ. Все понимают, что это очевидно? Если у нас здесь была центральная симметрия, то как называется вот эта фигура? Параллелограмм. Так, а почему они равны и параллельны? Потому что вертикальные углы и по двум сторонам. Конечно! Потому что вот эти вот два заштрихованных треугольника конгруентны по двум сторонам и углом между ними.